Качественный ремонт квартир. Выезд на замер бесплатный. Пенсионерам и инвалидам предоставляются существенные скидки. Русские мастера. Гарантия. Телефоны 8 987 955 05 66 205 05 66. Приглашаем на работу водителя с личным автомобилем для перевозки съемочных групп. Требуемые категории «Б» и «Д». Телефон в Самаре 226-65-66. Приглашаем на работу менеджера по продажам рекламных возможностей на радио. Официальное трудоустройство, полный соцпакет, обучение, опыт в продажах приветствуется. Телефоны в Самаре 8 902 336 9911 или 226 65 66 добавочный 304. Требуется заместитель по общим вопросам. Доход 40 тысяч рублей. Телефон в Самаре 243 10 95. Требуется диспетчер на 4 часа в день. Графики работы с 9 до 13, с 13 до 17, с 17 до 21 часа. Оплата до 16 тысяч рублей. Телефон в Самаре 8 939 079 38 18. Срочно требуется административный помощник в офис. Возможность карьерного роста – 5-дневная рабочая неделя. Можно без опыта. Оплата до 27 тысяч рублей плюс проценты. Телефон в Самаре 8 927 651 79 42. Срочно требуются администратор, зарплата 18 тысяч 28 тысяч рублей, снабженец, зарплата 22 тысячи 29 тысяч рублей, помощник руководителя, зарплата 23 тысячи 36 тысяч рублей, телефон в Самаре 990 88 37, Георгий Сергеевич. Подработка в офисе. Оплата 1500 рублей за смену. Телефоны в Самаре 277 01 28, 277 02 81. Продается трехкомнатная квартира по адресу улица Нововокзальная, 108. Санузел раздельный, балкон застекленный, в подвале сарай, рядом остановка и магазины. Цена 2 600 000 рублей. Телефоны в Самаре 8 902 293 71 85, 8 927 707 0904. Продается четырехкомнатная квартира на первом этаже 10-этажного кирпичного дома в городе Самаре на улице Ставропольской, пересечение с проспектом Кирова. Телефон 8 937 651 86 26. Продается дом в поселке городского типа Алексеевка Кинельского района. Участок 15 соток. В доме свет, газ, вода. Рядом река Самара. Цена 1 700 000 рублей. Торг уместен. Телефон 8 927 722 91 70. Продается дача в Новосемейкино, массив Сокский, земельный участок 5 соток, в собственности. На участке кирпичный летний дом, 70 квадратных метров, свет, летняя вода. Цена 980 тысяч рублей. Телефон 8 927 265 30 75. Продается дом, 74 квадратных метра, в Ивантеевском районе, 130 километров от Самары. 11 соток земли, сарай, гараж, теплица. В доме туалет, вода, котел. Телефон 8 927 725 21 59. Продается участок 22,5 сотки в поселке Угловой, за селом Красный Яр, рядом с мечетью. На участке новый кирпичный дом 70 квадратных метров и деревянный жилой дом. Скважина, теплица, металлический забор. Телефон 8 927 756 63 48. Пункты приема объявлений. Город Самара. ООО «Анонс». Улица Фрунзе, 69. Телефон 333 30 81. ООО «Волга-Стиль». Улица Киевская, 1. ОЦ «Караван».
офис 212, телефон 227-55-62, ООО «Ареал Инфо», улица Старозагора, 27, офис 415, телефон 932-22-12, ООО «Фабрика вакансий», e-mail grafopersonal@mail.ru, телефон 272-37-57. Город Тольятти. Редакция газеты «Работа для вас» и портала «Работа.ру». Улица Дзержинского, 98, первый вход. Офис 414. Телефон 210-230. Город Жигулевск. Редакция газеты «Жигулевский рабочий». Улица Комсомольская, 18. Телефон 2-11-54. Город Октябрьск. Редакция газеты «Октябрьское время». Улица Гая, 39А. Телефон 2-22-15. Город Сызрань. Редакция газеты «Бесплатные объявления». Улица Кирова, 46. Телефон 983401. Село Сергиевск. Редакция газеты «Сергиевская трибуна». Улица Ленина, 14. Телефон 2-12-68. Село Камышла. Редакция газеты «Камышлинские известия». Улица Победы, 20. Телефон 3-30-61. Село Богатое. Редакция газеты «Красное знамя». Улица Советская, 29. Телефон 2-15-70. Телефон редакции программы «Доска объявлений» 226-65-66, добавочный 163. Адрес электронной почты – реклама@губерниятв.ру.